На Заволжском стадионе «Старт» выявили лучшую команду по микрофутзалу. Это новый формат, но первые же состязания собрали 16 команд по 7 игроков в каждой. Очень модный формат в баскетболе 3 на 3, в хоккее уже Владислав Александрович Третьяк развивает. И вот сейчас микрофутзал, первый детский турнир среди 5-6-летних детей. В основном это команды детских дошкольных учреждений Заволжского района. Формат матчей соответствует возрасту игроков – 2 тайма по 7 минут. На поле от каждой команды по 3 юных футболиста, но количество замен при этом не ограничено. Судить такие матчи также доверили подрастающему поколению. Например, Никита Рыжков в свои 14 уже плотно закрепился в звании футбольного арбитра. Парень обслуживает игры его возрастной категории и уже знает, как обеспечить на поле правильную игровую атмосферу. Я сижу примерно полгода. Перед матчем всегда предупреждаю тренеров или игроков, чтобы когда во время матча мне не мешали игроки и сами тренера. Сами состязания прошли в формате блиц-турнира. В каждой группе изначально было по 4 команды. Дальше взрослая система, где до плей-офф дошли те, кто набрал большее количество очков. Следом полуфинал и финал, где определили лучшую юную команду.